Рашид Бориспевич, благодарю вас за то, что вы любезно дали нам разрешение, чтобы брать у вас эксклюзивное интервью. И мы хотим воспользоваться моментом, пожелать вам и вашему народу, республике, которую вы возглавляете, только удачи, успехов. Ну, в первую очередь я могу сказать, что Республика Азербайджан и Российскую Федерацию исторически связывают самые что ни на есть теплые, братские взаимоотношения. И на самом деле очень много переплетено, и культура, и искусство, и спорт, и вообще жизнь сама, очень много браков смешанных. Поэтому, ну, вот как сегодня говорил господин шейх, что он до сих пор себя сложно, для него сложно разделить. Он себя считает советским человеком, так как мы родились все в Советском Союзе. Поэтому, конечно, Азербайджан для нас это родная братская республика. Если говорить о сегодняшнем дне, то очень серьезное и экономическое сотрудничество между нашими государствами. Если говорить конкретно про Карачаево-Черкесию, то мы бываем очень часто в Азербайджане. Я имел честь встречаться с господином президентом Ильхамом Гайдаровичем Алиевым, который любезно нас принял, дал поручение с правительству Республики Азербайджан о таком тесном сотрудничестве непосредственно с Карачаево-Черкесской республикой, что мы уже на протяжении многих лет делаем, и с каждым годом увеличиваем и увеличиваем наше сотрудничество, взаимовыгодное сотрудничество. Вот. И в этом году планирую посетить также Республику Азербайджан, встретиться с нашими друзьями, партнерами, с кем мы наметили еще более серьезные такие шаги в укреплении наших экономических связей. Поэтому для нас очень важно то, как мы сегодня взаимодействуем с нашими друзьями, партнерами из Республики Азербайджан.